Хочу познакомить вас со своим следующим гостем, Николай. Николай представляет рыбное хозяйство. Здравствуйте, как настроение? Здравствуйте. Ну, отлично. В этом году мы первый раз участвуем на Петерфуде. Вот. А вообще мы постоянные участники на всех выставках, которые связаны с рыбной продукцией и черной икрой, так как мы представляем предприятие, которое занимается черной икрой. И не просто предприятие, предприятие с историей, потому что нашему предприятию уже 44 года. И начиная с 2004 года, когда появилось официальное разрешение торговать черной икрой, мы начали заниматься этим бизнесом. На сегодня мы вторые в России по производству черной икры. Наша икра качественная, соответственно, проходит сертификацию, прошла сертификацию СИТЭС, происходит постоянные исследования, поэтому покупатель может смело покупать нашу продукцию и не бояться, что это продукция из какой-нибудь ближнего или дальнего зарубежья. Эта продукция выращена на реке Волга, исключительно на чистом водоеме, нагулено в естественных условиях. Ну, в общем, лучшая характеристика для черной икры. Нагулено в естественных условиях. Да, да. Потому что хозяйство находится на реке Волга. Очень живописные берега. То есть просто кто к нам приезжает, он, конечно, ну, хочет к нам всегда приехать. Тем более мы сейчас занимаемся еще и туризмом. В нашем предприятии может приехать любой желающий, посмотреть, как выращивается рыба. То есть этим мы даем покупателю возможность, что рыба действительно выращена у нас, икра получена у нас, и все экологически чисто. Икра, которая выращена с любовью, нагулена, друзья, и действительно находится в самых живописных местах. Приезжайте к Николаю на экскурсию и убедитесь в этом самостоятельно.